Ну, не смогешь? А? Кого винить? Ну, я должен тебя казнить. Государственное дело. Ты улавливаешь нить? Я что, я-то не пойму? При моем-то при уму? Чай, я лаптем сил хлебаю. Соображаю, что к чему. Получается, на мне вся политика в стране? Слушай, деточка, сказку. Жили-были государство и народ. Большое государство и большой народ. Отношения, деточка, между ними складывались очень изощренно. Пролетариат воевал с милицией, крестьянство с райкомами, интеллигенция с НКВД, средние слои с ОБХСС. Так и наловчились не поворачиваться спиной. Деньги в кальсонах, справки в редикюле, дверь на цепочке, жучки, проволочки, булавки. Мы отвернемся, они нас, они отвернутся, мы их. Счетчик булавки, спиртопровод штуцер, цистерну шланг и качаем, озабоченно глядя по сторонам. Все, что течет, выпьем обязательно. Практика показала, чаще всего бьет в голову. Руки ходят непрерывно, откручивая, отвинчивая. Крутится, отвинтим. Потечет, наберем. Отламывается, отломаем. И ночью при стоящем счетчике рассмотрим. Государство все, что можно, забирает у нас. А мы у государства. Оно родное, и мы родные. Так что и у нас, и у государства вроде ничего уже и не осталось. Экипаж, грузовик ночью бросил, утром один остов. Пираньи. Ходовые рубки от крейсеров на огородах, деточка. Ну и государство не дремлет. Только от магазина на 5 метров отошел, а там цены повысились. От газет отвернулся, они вчетверо. Колбаса очень много. А то ли еще будет. Мировая общественность дико удивляется. Повышение цен на нас никакого впечатления не производит. Так что и у нас, и у государства результаты нулевые, кроме моральных. Нравственность дико упала у обеих сторон. Деточка, надо отдать должное государству. Оно первое засуетилось. Ну, мол, ребята, сколько можно, ребята? Мы же не по-человечески живем, а, ребята? А народ чего? Народ приспособился, ходит куда нужно, смотрит куда нужно и откручивает, отвинчивает, отламывает, преданно глядя государству в глаза. У нас государство рабочих и крестьян, говорит государство. А как же, отвечает народ, естественно, и что-то откручивает, отламывает, отвинчивает. Все, что государственное, все твое, говорит государство. А как же, отвечает народ, действительно, и что-то откручивает, отламывает, отвинчивает. Никто тебе не обеспечит такую старость и детство, как государство. Такую никто, отвечает народ. Только в государственных больницах тебя и встретят, и положат, и вылечат. Только там влюбляется народ и поворачивает за угол с мешками. Ты куда, спрашивает государство? Да никуда, рядом тут, не отвлекайтесь. Не поняло, куда? Рядом тут, не отвлекайтесь. У вас же большие дела, международное положение растет, национальный вопрос. Не отвлекайтесь, мы тут сами, не беспокойтесь, мы сами. Что значит сами? У нас что, анархия? У нас народовластие, и нечего шастать то, куда хочет. Да я хотел только на секундочку. Не поняло, куда? Да никуда вы, господи! А что у тебя в мешках? Где? В мешках что у тебя? В каких мешках? Что у тебя в мешках? Больших или в маленьких? Что у тебя в мешках? Да что вы в самом деле? Я хотел только на секундочку. Ну иди, только быстро. Вернулся, а здесь не урожай. Что вы говорите опять? Ты сотри, ой-ой-ой. Это что, тебя не волнует? Почему? Ты сотри, ай-яй-яй, ты сотри. А что ж ты такой спокойный? Это у меня вид такой, ты сотри, ай-яй-яй, ты сотри. Тебе же кушать нечего будет. Что вы говорите? Опять ты сотри, ой-ой-ой, ты сотри. Ты что, совсем равнодушный? Почему? Ты смотри, ой-ой-ой, ты смотри. Тебя же ничего не волнует. Почему? Ты смотри, ай-яй-яй, ты смотри. Ты смотри, ой-ой-ой, ты смотри, ой-ой-ой, ты смотри. Ой-ой-ой, ты смотри. Мы же пролетарское государство.
Ну да. А ты пролетариат. Ну да. Это же твоя родная власть. Да ну. Это же по твоему желанию реки перемещаются, каналы строятся, пестициды. Ты всего этого хотел? Когда? Не придуривайся, хотел. Когда я хотел? Хотел, я говорю. Ну, хотел. Ну, мы же, я только на секундочку. Ну, куда? Да мне б только поесть. Что ты жрешь все время? Что ты все время жрешь? Жрешь. Что вы жрете все время? Да где все время такие перерывы? Где все время? Ни одного государства нет такого бестолкового народа, как ты. И ни одного народа нет такого...